Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life 2, эпизод 1. Убежим. Итак, я понимаю, у меня вся игра будет проходить в этой цитадели. Оружия у меня нету, кроме вот этой моей плазменной. Ой, плазменной, какая она там, молекулярная, как она называет, пушка. Сдается мне, они не хотят, чтобы мы прочли их почту. Этот лифт доставит нас к платформе. Если мы сядем на поезд, то через полчаса окажемся за пределами города. Гравипушка снова разрядилась? Да. Жаль, с ней было спокойнее. Сейчас, может быть, у меня появится оружие тогда. За неимением, раз у меня гравипушка отказала. Хотя я думал, это мне на всю игру. Смотри, они могут ли бежать. Не понимаю. А вот. Что требовалось доказать. Блин. Нормально. Стреляет. Шаровые мины. Так. А куда бы мне их выкинуть-то? Поднеси ее сюда, я перенастрою схему. Давай вторую. Так. Спокойно. Мы не одни. Этого они точно не ждут. Открывай. Приготовься. Опаньки. Да, а потушеньки. Опа. Давай, давай, давай. Сейчас они вас загасят. Хоть оружие мне достанется, я так надеюсь. Давайте. Давайте, бомбочки. Путь свободен. Путь свободен, а мне это оружие достанется. Наш поезд. Садимся. Эх. Давай, садимся. Вау, они взрываются. Отойди. Ну, наконец-то вырвались. Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили. Знаешь, учитывая все в целом, не так уж плохо мы... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Ничего страшного. Проклятые эти комбайны. Вот смотрите, что случается с теми, кто пытается бороться. Ноги такие, да? Пробитые. Кстати, ты они связаны еще. В том месте и не в то время. Дайте, дайте, дайте вот эту штуку. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Это вот были люди. Посмотрим, куда едет этот поезд. Люди, люди. На блюде. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Что-то мне чувствуется, что не все так просто. Сколько ехать-то? Ты снова спас нам жизнь. Да ладно. Что это? Давай, что там происходит? Соберись. Собрался? Чего не вижу. Так. Я должен. Скорее, Гордон, я. Да иду, как я вообще там оказался. Гордон, помоги, прошу. Вот так. Тини,
Спасибо. Кого? Все. Так, что нам надо? Нам надо выбраться отсюда. Пойдем. Блин. Что-то даже сразу не понимаю, где это мы находимся. Какое-то безумие. Какая-то непонятность. Непонятно. Но мы будем с этим справляться. Так. Погоди секунду. Жду. Дай перевести дыхание. Пошли, давай, открывай замок. Ключик у тебя только. Поезд слетел с рельс. В одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Ты что, так и будешь? Предаваться унынию. Пошли, давай. Брать. И вот так. Что мы имеем? Ой-ой-ой. Осторожнее, я слышу стрельбу. Там мины. Эх. Вон они. Падлы. Они наступают. Ну так бей их. Камнями их. У тебя хоть пистолет есть, а у меня-то нету пистолета. Они стоят здесь очень давно. Давай. Сейчас эти поди еще живут. Нет, смотрите-ка. Не оживают. Отходим. Давай, иди сюда. Да. А что ты по ней стреляешь? Посвети-ка. Ой-ой-ой. Вау. Кто там? И, да, булыжник он тебе. Что мы имеем? Почему у тебя есть оружие, а у меня нет оружия? Что это за несправедливость? Ну-ка. Ага. Непонятно, а? Так, бомбы. Так, одна здесь. Вторая где? Я помню, что их две было. Вот она. Ничего не вижу. Мы тычемся в темноте, как слепые котята. Подожди. И что ты предлагаешь? Пойдем. Нам надо сюда. Подожди. Так. Знаю, как ты любишь по ним лазить. Доктор Кляйнер рассказывал, как терял ключ от кабинета. А вы с Барни соревновались, кто быстрее попадет внутрь, не отпирая дверь. Ой-ой-ой, вон они все. Господи. Ну-ка, тут есть у меня что-нибудь? Альтернатива какая? Ни хрена нету. Ладно, придется лезть. Энергия.
Так, давайте посмотрим, что здесь сначала. Ой, смерть. Так, чуть второй раз туда не пошел. Ладно. Файербол. Горит. Вроде кого-то видел. О, ты говоришь, что видел кого-то. Где ты, падла? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет, давайте сюда. Иди сюда. Да. Ты даже не представляешь, как я тебе рад. Блин. Но в тебе нет автомата, да? Ладно, не беда. Так, я убил тебя, да? Спокойно. Так, и как мне быть? Как? Надо подстрелить, раз я взял автомат, ну и... Ой-ой-ой-ой-ой. Без света нельзя мне находиться тут. Нет. Шкафчики не работают. Понятненько. Так. Здесь придется выдергивать. Нет. Давай-ка еще вот так вот. Нет. Надо еще вот так. Давай, батарейка. Давай. И... О! Что там есть? Вот так. Ой-ой-ой, дверьки-то открылись. Отлично! Смотри-ка, пушка! Так это у меня пушка-то, у тебя она была первоначально. Дай-ка я возьму мину. Так, вторую дай заберу. Вот так. Что у нас здесь имеется? Свет, так, мы дали. На. Пойдем, отойдем. Направь на него фонарик. Зачем? Вот вторая. Да. Теперь понятно? Вот и все. И не надо паники. Стой где-то. Иди сюда. Не вижу. Только слышу. Раз, два, три, четыре, пять.
Давай, 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 бей их. Бей, бей. Экономим патроны. Экономим патроны. Ничего, у тебя пистолет скоростной. Ты меня удивляешь. Вот так вот не потрачу ни одного патрона, я буду за счет тебя только выживать. Раз, два, три, четыре, пять. Да кто там кряхтит-то? Да. Спокойно, пусть. Пусть погорит. Муравьиные львы здесь? Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Ну, конечно, ведь его питал реактор цитадели. Давай, вон он. Свети на зомби! Свечу. Стреляй, стреляй, стреляй в него. Так, выключаем свет. Подзарядились. Так, спокойно. Вон он. Свети на него. Свечу, давай. Тихо, ну все, жука-то зачем? Маньяк, готов всех перестрелять здесь. Надо на свет Божий выбираться. Не видно ж ни хрена. Похоже, это военный состав. Стоять. Вот этим немного зла причинили, особенно во второй части. Мы-то в первую играем. Не по порядку, конечно. Козел с бомбами ходит. Комбайны зомби. Зомбайны. Как тебе? Зомбайны. Дошло? Тебе смешно? Окей. Давай, открывай дверь. Черт! Берегись! У него граната! Вот я тебе про это и говорил. Что эти олени с бомбами бегают? А ты мне еще не верила. Чё ты? Куда пошла? Пошли. Ой. А я даже эту дверку-то и не заметил. Держи его в луче света. На. Вот так вот с ними надо. Опа. Конечно, я старался, деточка. Вот тебе яблочко. Так, ждем. Батарея зарядилась. Что у нас здесь? На. Вот так. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Вылез. Так, а куда нам надо-то? Вот тоже хороший снаряд. Подождите, мы в обратную сторону пришли. Подай баллон. Да, не успел, ну ладно. Так. Что-то не понял, мы сюда шли. Молодец, умничка.
А где номер-то мой? Так. Ну отойди, отойди, отойди. Так, а нам надо выйти, да, как я понимаю теперь? Подожди, мы сюда зашли, значит, нам сейчас надо, ну да, выйти. Направь на него фонарь. Давай. Мы что-то включили где-то. Там, кстати, дверь была, наверное, это она. Вон та дверь. Опаньки. Так и есть. Зашла. Опа. Опа. Вау. Да. Я тебя спас. Ой-ой-ой. Это у нас не понял. Вообще не понял. Ну-ка еще разок. Что-то я не понял. Что там случилось? Давай, 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 давай. Меня от них в дрожь бросает. Так. Тут, видимо, эта тварь таилась еще одна. Ладно. Не будем вникать. Поступил. Отличная мысль, Гордон. Никогда бы не подумал, что этим можно заткнуть щель. Представляете, я еще даже правильно придумал все это дело. Нате вам. Так. Что-то открываем. Так, дверка, дверка, дверка. Там уже война во все. Перестреляю всех. Давай. Вот он. Видишь его? Правильно. Убивай. Ой, я даже не знаю, убила ли она их. Кто? Где? Ох ты, какая ты у меня умница. За всех и хвали гадов. Давай. Что-то я вот не вижу. Пойдем. Они уже там ничего не сделают. Не придут. Так. Вау. Давай, сейчас его там сожрут. Вот так.
Да подожди, пойдем сюда. Не надо стрелять по ним, не надо. Ждем. Сейчас их всех скушают. Вот так. А мы просто ждем. На. На. Чё, ты хочешь подбить? Ну подбей, подбей. Все? Давай, кого еще? Вот еще одна осталась. Давай. А теперь я схожу. И возьму вот это все мое. Так. Аптечку туда. Батарею туда. Аптечку. Да. Где тут еще было? Да отойди ты. Вот еще. И там вон аптечка еще одна. Да, все, отправляем. Да. Вот все. Теперь пойдем. Вот так. Сзади. Ой-ой-ой, так мне на вас не хватит патронов. Что делать, что делать? Угу, в багажниках тоже нет смысла, да, искать? Так, не понял, подожди. Надо что, сломать вас, что ли? Ого! А что ты не идешь-то? Иди давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж теперь? Плохо. Без патронов идем. Даже от автомата патрона есть, самого автомата нет. Куда идем, правда, тоже непонятно. Готовимся. Ну ладно, это оставим на следующее видео. А сейчас пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!